Претендентки на звание самой красивой девушки города невест, участницы конкурса «Ивановская красавица», из атмосферы непрерывной борьбы на пару часов окунулись в неспешной жизни городского зоопарка. Здесь девушки вместе с ребятами из детского дома «Ровесник» смогли на время забыть о постоянных репетициях, тренировках, волнении. Погладили и покормили животных, припасенными заранее овощами и фруктами. Я очень-очень люблю животных сама. Вот, ну, купила им еды, сейчас будем кормить, общаться также с детьми. Не знаю, прекрасное ощущение, потому что животное – это самое доброе и самое лучшее, что есть на самом деле. Вот, и надеемся, то, что эта благотворительная акция, ну, в своем роде пройдет хорошо сегодня. Воспитанники детского дома восприняли на ура посещение зоопарка. Ребята очень любят животных, но, к сожалению, не могут завести домашних питомцев, потому как лишены уюта семейного очага. Мне здесь нравятся страусы, очень классные. Медведи вообще отличные. Волки такие эти, ну, нормальные. Вот, и понравилось кормить оленят всех. С лошадями, козами там. Очень классный зоопарк. Хочу еще раз сюда приехать. Основная цель визита ивановских красавиц в зоопарк – проведать своих подопечных – венценосных журавлей. Эти птицы в титулах, конечно, не нуждаются, ведь природа изначально наделила их красотой и грацией. Свое внимание девушки успели уделить не только длинноногим коронованным особам. Без угощения не остались олени и козы. Я первый раз в этом зоопарке и не пожалела, что сюда пошла. Достаточно дружелюбная обстановка, достаточно дружелюбные животные, и детишки их кормят. И мы тоже с девчонками, нам было очень здорово, очень весело. Подготовка к финалу конкурса «Ивановская красавица» день ото дня идет все интенсивнее, а график девушек становится все жестче. Общение с животными позволило красоткам немного расслабиться и отдохнуть. Теперь конкурсантки готовы продолжить борьбу с новыми силами и постараются предстать на сцене во всей красе. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.